Эй, брат, чё, как ты? Привет, ты как? А, да я отлично. Готов посмотреть фильм? Да, сэр. Это не я. Мне кажется, это от того, что я черный. Не-не-не, я бы не... Я просто хочу, чтобы ты знал. Просто потому, что я... Я тебе клянусь, это был не я. А кто тогда? Мне кажется, это фигня сломана. А, фигня сломана. Это... Бро, это не я. Ты уверен, что это не ты? Я бы не поставил эту песню, потому что ты в машине. Когда-нибудь слышал о расизме? Просто забудь об этом. Давай просто подберем Анвара и пойдем в кино. Йоу-йоу! Как дела? Давай, бро. Ха-ха. Не-не-не, да я понял, послушай, потому что бро. С востока, да? Вот о чем я говорю. Нет, это... Это расизм, друг. Нет. Да хорош. Выключи радио, брат. Убери звук. Все, парни, это не моя вина. Лили, привет. Так. Видишь? Это потому, что я должна американка. Лили, подожди. Знаете что, давайте подберем Алекса. Просто подберем Алекса и поедем смотреть кино. Привет, Лекс. Как дела, ребят? Как ты? Это не я делаю. Да, конечно, он постоянно это делает. Потому что я черный. А я с востока. Так, короче, ребят, все выходим из машины. Я вам сейчас докажу. Я докажу, выходите. Ладно, я вышел. Давай, выходи. Я докажу вам, что это не я. Бач, садись в машину. Внутрь. Да, один. Я говорил? Я же говорил. Алекс, садись теперь ты. Это радио. Видишь? Амар, садись в машину. Видишь? Лили, теперь ты. А? Так и есть. Так, засунь внутрь руку. Амар? Лили? Что случилось? Мне кажется, российское радио сломано. Ну, наконец. Но ведь здорово. Отлично. Ну, здорово. Зато весело. Было здорово. Потрясающе. Ты знаешь, Рут, ты все еще расист.